Мы пришли в губернаторский сад, который находится на территории Ярославского художественного музея. Здесь очень красиво, много разных растений и скульптур. Погода сегодня прекрасная. Доча читает книжечку. Говорит, здесь так хорошо сидеть, можно книжечку читать. Время не ограничено. Кстати, здесь совсем недорогие билеты. 100 рублей без льгот и 50 рублей, если есть льготы. Кстати, по ту сторону забора находится Советская площадь и храм Ильи Пророка. Тут немножко видно его.